Как проходит установка аппарата Марка Росса и лечение на лицевой маске? Первым этапом мы проводим тщательную диагностику. Мы проводим КЛКТ, где мы можем видеть положение зачатков постоянных зубов, состояние молочных зубов, а также сужение верхней челюсти по отношению к нижней челюсти. Далее проводим фотопротокол для оценки профиля и эстетики улыбки. Сканируем верхнюю челюсть и получаем готовую цифровую модель, которую мы отправляем зубному технику. Лаборатория изготавливает индивидуальный аппарат с учетом всех особенностей, а также дизайн аппарата, который выбрал наш маленький пациент. На следующем приеме мы фиксируем аппарат на верхний зубной ряд, также обучаем, как правильно ухаживать и активировать аппарат, и также даем с собой ключ для активации аппарата родителям с собой. Последним этапом лечения – это установка лицевой маски. Этап лечения на лицевой маске является важнейшим этапом при лечении мезиального прикуса, и оно работает только в совокупности с расширением верхней челюсти на аппарате Марка Росса. Устанавливаем ее так, чтобы ребенку было максимально комфортно и при этом был правильный вектор. Подбираем эластичные тяги и показываем ребенку, как правильно ее надевать, чтобы в домашних условиях он смог самостоятельно надевать и снимать ее. Кстати, лицевую маску нужно носить на ночь и когда ребенок находится только дома. В следующий раз мы встречаемся через месяц, чтобы оценить результат и также сделать повторный фотопротокол.